Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем Новый Завет по трехтомнику. Господь позволил раздать. Это три тома. Вот видно даже сбоку, пусть будет как. Толкование блаженного Феофилакта вместе с откровением. Так оно еще никогда не выходило. И здесь же 297 комментариев я даю, что необходимо изучать Слово Божие и проповедовать. И здесь же вот видно, как черточки. Это мы раскрасили Гюстава Доре. В общей сложности получилось 280. Все книги сшиты. Вот какое дело. Немного осталось, еще можно выписать. Считает Никита Колесников. Номер 24. Лука 23, 44, 49. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник!» И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Толкование блаженного Феофилакта. Некогда иудеи желали увидеть знамение с неба. Итак, вот им знамение это. Необычайная тьма. И завеса храма раздирается. Господь этим показывает, что святое святых уже не будет недоступно римлянам, но предано будет римлянам, попрано и осквернено. Или еще он показывает, что раздирается завеса, разлучавшая нас со святыми, живущими на небесах, то есть вражда и грех. Ибо это составляло великую преграду, разделявшую нас от живущих там. Показывает вместе и то, что он не по бессилию распят. Ибо, совершивший такое знамение, мог бы и их расторгнуть и уничтожить. Голос этот и прочие чудеса послужили для сотника поводом к вере. Ибо Иисус умирал не как обыкновенный человек, но как владыка. И смерть назвал передачей под сохранение, так как он имел снова принять душу. Ибо до смерти Христовой дьявол имел большое право над душами. Но с тех пор, как Сын предал Дух Свою не в ад, но в руки Отца, содержащиеся в аде, получили свободу. Здесь-то усматривается событие сказанных некогда Господом слов. «Когда я вознесен буду, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. «Ибо вознесенный на крест, он привлек разбойника, привлек сотника». Некоторые из иудеев били себя в грудь и, упрекая распинателей, открыто признавали Иисуса праведником. Ученики бежали, а женщины, этот униженный и проклинаемый род, остаются и смотрят на все сие. Зато первые наслаждаются проистекающим от сели оправданием и благословением, равно как и воскресением. Поэтому пусть никто не недоумевает, для чего Иисус не сошел с креста, но пусть принимает это без любопытства, соображая, что они и тогда не поверили бы, когда бы он сделал то, и ничего другого не вышло бы из всего, кроме того, что исказилось бы спасение через крест. Ибо крест преимущественно перед всем есть слава Христова. Лука 23, 50, 56. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тут был пятница, и наступала суббота,
Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и осмотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Толкование. Иосиф прежде не открывался, но теперь творит дело достохвальное. Несмотря на то, что был член совета и богатый человек, он смело просит тело человека, которого распяли как мятежника и возмутителя. И не обращает внимания ни на какую опасность, хотя богатство боязливо, но и спрашивает, и с честью погребает во гробе, иссеченном в камне, где никого другого прежде не полагали, чтобы клеветники не сказали, что воскресло тело другого. А женщины, хотя имели веру к Господу, но не такую, какую следовало иметь, а слабую и малую, ибо, считая его за простого человека, приготовляют масти и благовония по господствовавшему у иудеев обычаю, всегда соблюдаемому над умершими. Впрочем, в субботу по заповеди закона остаются в покое. Глава 24, 1 по 12. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними и некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспоминали они слова его, и вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Толкование. Ибо глубокое утро почти то же, что день поздний, что очень поздний вечер. И нашли они камень отваленным от гроба, ибо ангел отвалил его, как говорит Матфей 28:2. Когда они вошли внутрь, им являются два мужа. Один, упоминаемый Матфеем 28:2, сидел на камне, а эти два мужа предстали внутри гроба. Это разные видения. Когда они возвратились от гроба и рассказали об этом апостолам, то их почли мечтательницами. Так по природе невероятным кажется людям чудо воскресения. Впрочем, Петр не медлит, как и огонь, принявшийся за вещество, но бежит ко гробу и видит, что только пелены лежащие. И от того, что он достиг до гроба, на первый раз польза та, что вместо того, чтобы насмехаться, он удивляется. Ибо как остались одни только пелены, и при том тогда, когда тело намазано было смирной. Сколько же досуга имел вор, когда он оставил их свитами по-надлежащему, вынес тело, и при том тогда, когда представлены были воины. Под Марию, матерью Иакова, разумей Богородицу, ибо ее так называли, как мнимую мать Иакова, сына Иосифа, которого называли малым. Я разумею брата Божия, ибо был Иаков и больший, один из 12, сын Зеведеев. Лука 24, 13-24. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
Неужели ты, один из пришедших из в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Толкование. Некоторые говорят, что один из них, этих твоих, был сам Лука, потому евангелист и скрыл свое имя. Имея тело уже духовное и божественнейшее, он в расстоянии мест не находил препятствия быть с теми, с кем ему угодно. Поэтому и телесные очертания, с которыми тогда явился Спаситель, не позволяли им узнать его. Ибо он явился им, как говорит Марк 16:12, в ином образе и в иных чертах. Он телом располагал уже не по законам природы, но сверхъестественно и духовно. Отсего-то очи их и были удержаны так, что не узнавали его. Для чего же он явился в ином образе, и для чего очи их были удержаны? Для того, чтобы они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану, и потом уже приняли лекарство, чтобы после долгого промежутка явиться им более приятным, чтобы научить их из Моисея и пророков, и когда уже быть узнанным, чтобы они лучше поверили, что его тело уже не таково, чтобы могло быть усматриваемо всеми вообще, но что воскресло хотя то же самое, которое и пострадало. Однако же, видимо, бывает только для тех, кому он благоволил, чтобы они приобрели отсюда и ту великую пользу, чтобы не колебаться уже недоумениями. Относительно того, например, для чего он снова не обращается среди народа, но размышляли в себе, что образ жизни его по воскресении далеко разнится от обыкновенного. Не человеческий, но божественнейший. Так что служит образом и будущего воскресения, в которое мы будем жить как ангелы и сыны Божии. Неужели ты один только пришлец и живешь вне Иерусалима, и так безучастен происходящему в нем, что не знаешь о сем? Смотри же, какое очень малое еще имели они понятие о Господе. Они назвали его мужем пророком. Как можно назвать Илью, Иисуса сына Навина, или Моисея, сильным в деле и слове? Прежде дело, потом слово. Ибо никакое слово учителя не твердо, если учитель прежде не представит себя исполнителем оного. Итак, будь прежде силен в деле, потом старайся иметь и слово, тогда и Бог будет содействовать тебе, ибо прежде делание, а потом созерцание и озарение. 2 Коринфянам 8:21. Как бы обмануты в своих надеждах, они говорят так: мы надеялись, что он и других спасет, а вот он и себя не спас. Так они были малодушны и косны на веру. Их слова похожи на то, что говорили и находящиеся у креста: других спасал, а себя не может спасти. Марка 15:31. Поэтому и Господь называет их несмысленными и медлительными в себе веровании. Что значит слова «избавить Израиля»? Мы говорили некогда, что народ иудейский и менее прочих основательные ожидали во Христе Спасителя и Избавителя от угнетавших их зол и от ига римского рабства, и надеялись, что он воцарится на земле. Поэтому и говорят: мы надеялись, что он и Израиля избавит от язычников, римлян, а вот он и сам не избег несправедливого над ним приговора. Мне кажется, что эти два мужа были в сильном колебании мыслей, и не слишком не верили, не слишком верили. Ибо слова «мы надеялись, что он избавит Израиля» обнаруживают неверие, а слова «уже третий день ныне» показывают, что люди уже близки к тому, чтобы вспомнить слова Господа: «в третий день воскресну».
И слова «изумили нас» обнаруживают нечто подобное же, то есть колебание их неверия. Лука 24:25-35. Тогда он сказал им: «О несмысленное и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам и Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими при ломлении хлеба. Толкование. Например, кто надеется, что Христос придет для спасения народа, впрочем, не для спасения душ, но для восстановления и избавления иудейского народа, тот верует не настолько, насколько должно веровать. Равно и тот, кто словам Давида: «Пронзили руки мои и ноги мои» (Псалом 21:17) и прочим словам относительно креста и обстоятельств на кресте верует, как пророчеству от лица Господа, и места Писания страданий принимает, но не принимает рассуждения места воскресения, каковы, например, сии: «Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление» (Псалом 15:10). «Между мертвыми» (Псалом 87:6) «освобождает узников от оков» (Псалом 67:7). И подобное. Тот имеет веру несовершенную, но верует отчасти. А должно верить пророкам во всем, как относительно состояния уничижения, так и относительно состояния славы. Но поскольку, говорит, вы несмысленны, то есть медлительны, ибо если бы они были несмысленны, то он ничего не стал бы и говорить им. Поскольку вы медлительны, то я раскрою ваш ум и сделаю его быстрым в мышлении. Поэтому он и изъяснил им из Моисея и из всех пророков сказанное о нем». Таинство жертвоприношения Авраамова, когда он, оставив живым Исаака, принес во всесожжение овна, служило преобразованием относительно Господа, как и сам Господь говорит, что Авраам видел день его и возрадовался. Иоанна 8:56. «И это место, жизнь твоя будет висеть пред тобою» Второзаконие 28:66. В одно и то же время указывает и на распятие словом «висеть», и на воскресение словом «жизнь». Рассеянные и в прочих пророчествах изречения о кресте и воскресении, особенно у важнейших пророков. Таких мест можно набрать и из них. Когда он соизволяет, тогда очи их отверзаются, и они узнают его. Сим обозначается нечто другое. Именно, что у тех, кои причащаются благословенного хлеба, отверзаются очи для указания его. Ибо плоть Господа имеет великую и несказанную силу. Он становится им невидимым, потому что имел не такое уже тело, чтобы надолго пребывать с ними телесно, и вместе для того, чтобы таковым действием еще более усилить их любовь. В эти часы, конечно, Господь явился и Симону, покуда эти два мужа совершали обратный путь в Иерусалим. Сердце их горело, или от огня слов Господних, когда при изъяснении Господом они внутренне разгорались и соглашались с его речами, как истинными, или когда он изъяснял им Писание, сердце их билось и внутренне говорило: «Сей самый, который изъясняет нам, есть Господь» Лука 24:36-44. Когда они говорили о сем, сам Иисус
стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взял, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Толкование. «Для чего, говорит, такие мысли входят в сердца ваши? А всеми признано, что знать сердца свойственно одному Богу». Псалом 138. Присовокупляет еще иное доказательство – осязание рук и ног. «Вы, говорит, считаете меня за духа или за привидения, каковых обыкновенно много от умерших представляется, особенно при гробах. Но знайте, что дух не имеет ни плоти, ни костей, а я имею и плоть, и кости, хотя божественнейшее и духовное. Ибо тело Господа, хотя не было духом, но было духовно, то есть чуждо всякой вещественной грубости, и управлялось духом. Тело, какое мы ныне имеем, душевно, то есть управляется душой и оживотворяется естественными и душевными свойствами и силами. А тело, каким оно будет по воскресении, Павел называет духовным». 1 Коринфянам 15:44. То есть оно оживотворяется и управляется Духом Божиим, а не душой, быв неизреченным и духовным образом пересоздано для нетления и сохраняясь воном. Так нужно мыслить о теле Господнем по воскресении, именно как о духовном, тонком, чуждом всякой грубости, не нуждающемся ни в пище, ни в другом чем, хотя Господь и вкушал для уверения. Ибо если Он вкушал, то вкушал не по природе тела своего, но по особенному устроению, именно, чтобы показать, что воскресло то же самое тело, которое страдало. А в природе этого тела было входить сквозь запертые двери, без труда переходить от места до места. Когда же ученики еще не верили, ни осязанием не убеждались, что Господь присовокупил и еще доказательство в вкушении пищи, потребляя едомое некоторой божественной силой. Ибо все, что естественно, поедается устами, а фидроном выходит. А он, как мы сказали, вкушает не по закону природы, но по особенному устроению. Употребляемое им яство, кажется, имеет и некоторый прикровенный смысл. А фидрон, ты понял, что такое? Ну, это сзади где находится. Сзади выходит. Вкушая часть печеной рыбы, Господь дает знать, что Он огнем своего божества испек наше естество, плавающее в соленой жизни сей, обсушил всю влагу, приставшую к нему от глубоких вод, а особенно от волн, и таким образом сделал оное божественной пищей, сделав приятной Богу с нею то, что было прежде скверно. Это означается пчелиным сотом, то есть нынешняя сладость нашего естества, прежде отверженного. Есть мед пчелиный, премудрость божественная, а пчела есть Христос. Хотя она мала величиной, ибо слово сокращено и слабо силой. Ибо Павел проповедует не в силе слова, чтобы не упразднить креста. 1 Коринфянам 1:17. Однако же она любезна царям и частным людям, кои труды ее употребляют на здоровье душам. Лука 24:45-53. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас.
Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Толкование. Когда Господь умерил и успокоил сердца учеников, удостоверив их в действительности воскресения своего тела своими речами, дозволением осязать себя и вкушением пищи, тогда отверз им ум к разумению Писания. Ибо если бы душа их не утишилась, как бы они уразумели, находясь в состоянии беспорядочном, в состоянии смущения, поскольку погибель вошла через дерево, то и тлению надлежало быть разрушену через древо, и услаждение деревом надлежало упразднить Господу, непобедимо прошедшему болезни на древе. Потом, говорит, надлежало Христу воскреснуть в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Здесь Господь говорит о крещении, ибо в нем совершается покаяние через исповедь и отложение прежней злобы и нечестия, и последует прощение грехов. Как понимать то, что крещение бывает во имя одного только Христа, когда мы в другом месте научаемся совершать оное во имя Отца и Сына и Святого Духа? Матфея 28:19. Во-первых, то скажем, что когда мы говорим «крещение бывает во имя Христа», то не то говорим, будто нужно совершать оное в одно имя Христа, но что нужно совершать крещение не иудейское, не Иоанново, служившее к одному только покаянию, но Христово, которым Христос крестился, то есть духовное, подающее общение Святого Духа и прощение грехов, что Он Сам показал, крестившись ради нас в Иордане и явив Духа Святого в виде голубя. Потом крещение во имя Христа, понимай так, крещение в смерть Христову, ибо как Он умер и в третий день воскрес, так и мы образно погребаемся в воде, потом выходим из нее нетленными по душе и получаем залог быть нетленными по самому телу. И иначе имя Христос, помазанник, само в себе предъявляет и Отца помазавшего, и помазание Духа, и Сына помазанного. Прощение грехов бывает во имя Господа, ибо когда во Христе соединилось и воспринято все естество человеческое, ему не нужно уже было распадаться на два отдела – евреев и язычников, но начиная от Иерусалима, слово нужно было веселиться и между язычниками, чтобы объединить весь род человеческий. Вы же, говорит, свидетели сему, то есть страданиям и воскресению, мужайтесь, ибо я вскоре пошлю на вас обетование Отца Моего, о котором я сказал через Иоиля, и излию от Духа Моего на всякую плоть и прочее. Иоиль 2.28. Итак, вы ныне боязливые и немужественные, оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силой не человеческой, но небесной. Не сказал, пока не получите, но пока не облечетесь, показывая через это, что духовное вооружение будет хранить их со всех сторон. Смотри, какое мужество! Еще не получили духа, а живут духовно. Прежде запирались в дому, а теперь живут посреди первосвященников и не заботятся ни о чем житейском, но, презрев все, постоянно пребывают в храме, хвалят и благословляют Бога. О, если бы и мы, став подражателями их, постоянно пребывали в святой жизни, хваля и благословляя Бога такой жизнью. Ибо жизнь святая и добродетельная есть слава и благословение Богу, потому что Ему принадлежит всякая слава во веки. Аминь. 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 Все? Все, пожалуй, да?